Дух можно. Так иди лоходела, не меня. Я тебя хочу. Так я не хочу быть лохом, я хочу быть полулохом. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дон Яган, Скелетон, Васаби, Чебузаврик, Бобр, Добр, Бродяга, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово. Всем привет, дорогие друзья. Васаби, место у параш. Короче, сегодня мы решили записать что-нибудь с Каткраба, потому что это будет весело, классно и прикольно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, Васаби сегодня у нас играет за бешеного Каткраба, но мы так сделали, чтобы было немножко легче, мы сможем использовать пистолеты. 3, 2, 1. Битва началась. Кто первый станет хэдкрабом, тот лох. И представьте, в конце ролика будет у нас 6 хэдкрабов и один выживший. А когда останется последний выживший, он сможет любое оружие использовать. Полностью любое. Кроме админского пистолета. Кроме админского пистолета. Значит, админский петух можно. Так иди лоха делай, не меня. Я тебя хочу. Так я не хочу быть лохом, я хочу быть полулохом. И спрятался. А че вы по нему не стреляете? Я же забыл, что можно стрелять. Иди сюда, дружище. Ну да, я же забыл, пистолеты же можно использовать. Тварь. Иди сюда, тварь. Есть. Васаби, ну ты что? С этим ребята добавили мод на выстрелы эффекты. Теперь смотрите, как прикольно вообще. Зависимо, куда ты стреляешь, такой же цвет и пыли поднимается. То есть как будто отлущивает. Кто? Никто не умер? Еночек умер, я его захватил. Он у меня под контролем. А, так ты его замочи, только тогда засчитается, когда будет показывать, что он умер. А, нет, когда вы меня убьете, тогда я буду считаться. А, так иди сюда, иди сюда, дружище. Не, мне надо вас убить еще. Ну ты не сможешь никого убить. Я убью его. О, вижу, вижу, вижу. Так, это какое, это быстро, да? Ты дурак, что ли, эй? Есть. Ну что, теперь у нас 2 хэдкраба. Ребята, люблю этот режим, потому что немножко очковато. Пацаны, вы же только по друг другу не стреляете. Так, смерть будет только считаться тогда, когда убивает хэдкраб, а не с пистолета. Так, 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 отлично. Я сюда побегу, я буду здесь немножечко крысить. Где-то хэдкраб, я слышу. Дурак, что ли, хэдкраб? Я не... А, лох уже не я буду, так что все нормально. Полулохом. Я не хочу быть полулохом, я хочу быть нормальным лохом. Ребята, настроение классно, надеюсь, вам ролик поднимает настроение, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня поймали. Ролики выходят каждый день, и кого-то там поймали. Тебя сейчас поймали. Что за фиты, Дим? А ты тоже можешь подниматься. Понимаешь, бродяга, ты уже сколько меня полюбишь? Ты понимаешь, что сколько ты лох? Тебе кажется. Тебе сейчас, ты сейчас три хэдкраба, три хэдкраба. Отлично, ребята, стреляйте, мы же можем использовать пистолеты. Мочите их. Я 4 хп, помогите. Отлично, отлично, ребятушки. Где он? Классно, что можно, да, по карте перемещаться. Мы записывали этот ролик, ну, на этой карте много раз. И только сегодня я узнал, что можно реально вот таким вот образом бегать здесь. Офигенно. Век живи, век учись, и дурачком помрешь. Слышь, мочи, мочи, мочи его. Есть, я его убил, ребята. Ну что, метки глаз, косые руки. Ха-ха, обращайтесь. Ну что, прям сюда можно ходить? Воу, ребят, ну. Это же карта. Я читер. Побольше сделали. Офигеть, кстати, есть даже разработчик этой карты, кто сделал. Так что, очень крутая карта у тебя, очень. Кто же? Он тут где? Отлично. Вы заметили, что можно прям здесь... О, я тебя перепрыгнул, придурок. Иди сюда. Опа, уворачивайся, плыси. Так. Очень напряженно, очень напряженно. 88 хп. Очень 4 хп. Один. Давайте перекличку. Сколько у нас хэдкрабов играет? Эй, тихо. Дон Яга. Бежит, 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 бежит. Отличный бружок, кстати, жизни не отнялись. Это очень хороший знак. Так мы просто бегаем. А, тяжело поймать, согласитесь? Тяжело.
Бродяга, мы сейчас захаваем. Ты, это ты очень тяжело. Это очень сложно. А я еще при этом пистолеты мы используем. Ребята, это как всегда. Ну, я знал, что будет сложно, поэтому я за хэдкраба и не решился. Я вам скажу больше. Они тут перед тем, как записывать, дрались, кто будет играть за хэдкраба. Драку, смертельная дуэль. Кстати, надо было записать, как вы сделали этот смертельная дуэль за хэдкраба. Ничего, ничего, мы скоро сделаем нормальную нарезку вне кадра. Вне записи. Так, Дени, я зарядил пистолет для того, чтобы стрелять им в бошку. Вот ты черт, конечно, бродяга. Дима, могу сказать одно, они все на крыше почти. А, да? Ай, меня в крыше. Вижу, 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 вижу. А я тебя отвлекал. Отлично, ребята. Нет, самый лысый. Лысый из Бразерс. Эй, ты тварь, отвали от меня, я тебя боюсь. Блин, он, ты на крыше. Отлично, отлично, ребятушки. Спасаемся как можем, а можем и по-разному спасаться. Например, можем отстреливаться. Привет, Дима. О, нет! Лысый Спайзерс! Нет, ну хватит! Убить, убить, убить! А, вот. Вы меня попали! Вы меня попали! А, голова! А, головой бьюсь, блин, я боюсь! Так, Димка, беги, спасай свою задницу! У меня 16 хп, представляете, он меня просто ранил. Бегите. Вижу, вижу, вижу. Стреляйте отсюда, стреляйте отсюда. А, патроны. Дима, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Дима, 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 Дима. Отлично. Дим, меня спой, убит. А! О, привет. Блин, нереально. Стал хэдкрабом. Ну все, ребятушки. Моя очередь быть жестким хэдкрабом, который будет сейчас выносить всем кишки из жопы. Иди сюда, тварь. Кто у нас остался? Давайте. Иди сюда. Я поймал. Остался скелетон. Я все. А, еще чебузаврик. Еще чебузаврик? Ты можешь все. Есть. Нет, еще у нас два живых, алло. Кто? Бродяга. Скелетон и чебузаврик. Бродяга жив. Бродяга уже... Вижу, вижу игроков, вижу. Я, короче, за вами, пацаны, иду. Помогать вам буду. Очень странно, звук по лилиям, как по лестнице. Еще при этом это делает как краб. Отлично. Так, тихо. Давайте будем идти на... Убили? Нет. А, своего убили. Сейчас, давайте на эту сторону. Пойдем навстречу ему. А, кто? А тут нету лилии. Давайте назад. Я думал, там лилии есть. Давай, давай. Ходите. Так, поднимаемся. Скорей, 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 скорей. О, голос сколько! Мне нравится. Дижды Вэлли. Я предлагаю просто молодец. А где он? Он в обратную сторону. Он поверху вообще ходит? Да ты... А, все. Вижу, 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 вижу. Все, он обратно к вам бежит. А! Я же забыл, у него пистолет есть! Так он может все. Я за ним, я за ним, я за. А мы его убьем сейчас, не переживайте, пацаны. Скелетоны уже. Оружие ты один остался, можешь любое оружие использовать. Дробовики, пулеметы, автоматы. Даже можешь огнемет использовать и гранаты. Ему надо главное успеть взять. А чебузаврик, я тебе подружу помогу. Оружие, той бог классик и берешь. Все, убили его, убили, убили его. Ребята, я один против всех хэдкрабов. 6 хэдкрабов против меня. 3, 2, 1. Выживалочка началась. Ну что, прощай, давайте проверим, сколько я затащу. Мне кажется, я нормально выживу. Главное что? Просто бежать. Бегать, видели? Он просто промахнулся. Кстати, у меня жизни сколько-то? А, у меня жизни мало. Стойте, дайте я умру. У меня было 3 хп жизни, почему? Все. Все, 100 хп, отлично, погнали. Ты карту поджег. О, давайте хотя бы можно гранаты использовать. Хотя бы гранатки. Отлично. А что меня-то? Живой, да, остался? Все. Хорошо. Вот это и проблема, кстати, забраться в хрень. Отлично. Граната! Я убил! Дима, знаешь, это плохо? О! А! Отвалите, блин, это очень стрёмно, это очень стрёмно, но ничего. Тащим, тащим. Отвали! Кстати, у меня 100 хп, это, согласитесь, очень читерский. А, ты...
Опа! Прыжок. Опа, еще один прыжок. Красиво, да? Смотрите. Оп. Прыжок. Оп, спрыгнул. Не захотел, очканул. Есть, есть, есть. Хочется, ребята, очень долго прожить. В принципе, у меня это получается. Нет, ну что, пацаны, сложно меня убивать, да? Да блин, я думал... 100 хп. 100 хп. Давайте, чтобы было веселее, начнем карту немножко поджигать. Отлично. Пойдет. Отлично. Все, патронов нет, и взять я их в ближайшее время не смогу. Ой, не попал. Не попал. Не попал. Ай, жопа горит. Ай-яй-яй. Ха-ха-ха, блин, это реально стрёмно. Отвалите, пацаны. Я же свой наполовину. Так, что у меня еще за оружие есть? У меня еще есть оружие. У меня есть оружие, дробовик. Во! Отлично. Ну это было читерски, но жить-то хочется. Вы ж не можете меня убить? Не можете, а я могу вас убегать. Короче, скажите, когда сдаетесь, я тогда буду сдаваться. Опа, опа, прыжок. Хоп, прыжок. И прыжок, нету прыжка. Оп, оба, прыжок. Нету прыжка. Оп, лови. Красиво, поймал. Не надо мне баскетбол. Классно, ребятушки, тащим потихоньку. В принципе, это было очевидно, что когда ты один, и управлять-то не сильно удобно. Карта горит. Нет, это, в принципе, все было продумано до мелочей. Поднимаемся наверх и начинаем убегать поверху. Ну что, пацаны, это, наверное, долго будет история, да? Я его убил. Да, блин, ты... Тут сил больше убивает руки игроков, чем Дима. Ну, это... Огонь по своим. Friendly fire. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения, быстрые мои ролики, еще. Ребята, то, что вы любите. Давай. Прощайте, давай, ребята, давай. Идет огненная волна. Я тебя могу?